балконе у меня приключилась беда. У меня упал с подоконника клеродендрум Томпсона и раскололся горшок. Ну, ему, конечно, уже требовалась пересадка. И вот сейчас буду его пересаживать. И сейчас вас познакомлю немного с этим растением, кто не знает. Клеродендрум Томпсона в переводе с латинского языка называют древом судьбы или чистой любовью. В цветоводстве дизайнеры и этот кустарник используют не только в ландшафтном дизайне, а также и в домашнем выращивании. Он очень красивый, он очень яркий, он красиво цветет. У него вот здесь вот у меня остались цветочки, но это уже очень мало. Для здорового роста этого растения и цветения нужно создать только условия, подходящие ему. То есть он любит яркий солнечный свет. Он любит южные, восточные окна. Выращивают его в основном на подоконниках. Но вот я его хочу сейчас посадить на польный горшок, потому что у меня места на подоконнике катастрофически не хватает. Я ему выбрала вот такой вот горшочек. И буду выращивать из него кустарник. То есть я хочу его вырастить побольше. Я, кстати, видела у нас в торговом центре клеродендрум Томпсона. Он очень больших размеров. И он, знаете, очень декоративно смотрится. Ну, наши любители-цветоводы в основном выращивают вот, ну, два вида клеродендрума. Это вот Томпсона и угандийский, вот я еще принесла. Он вот угандийский у меня как весной вот зацвел, и вот он цветет постоянно. Причем он, видите, какие уже длинные ветки выпустил. И мне жалко его обстригать, потому что у него, видите, он весь в цвету. Сейчас уже мало цветов, а то он прямо так вот шапками цветет. Очень красивый. Но имеет специфический запах. Прям, знаете, машинным маслом каким-то, что ли, прям вообще просто. Если его вот пошевелить, или вот цветочки опадывают, которые, они прям вот этот запах такой вот не очень приятный, могу сказать. Ну, вернее, поправлюсь, вот если так вот, он не пахнет, а вот стоит только листик даже потереть вот так вот, или цветочек взять, вот, все, запах есть. Не знаю, а так он очень красивый тоже. Я его тоже, вот, кстати, надо пересадить. У него маленький горшочек. Ну, клеродендрум Томпсона, он любит летом поливаться, конечно, обильно. Но по мере пересыхания верхнего слоя почвы. То есть его тоже переливать нельзя. И почва ему подходит обычно универсальная. Но я вот купила ему почву грунт для роз. Вот, я насыпала здесь дренаж хороший такой. Сейчас насыплю земли. Так, сейчас буду его вытаскивать из горшочка. Там, конечно, вообще все в корнях. Вот. Все, одни корни. Я вот думаю, можно сюда, в принципе, добавить немножко разрыхлителя. Думаю, перлита можно добавить. Ну вот, я добавила перлита. Сейчас немного это все перемешаю и буду его туда устанавливать. Ничего я стряхивать землю не буду. Все оставлю так, как есть. Вот. Будем из него ростить кустарник. Так,
еще добавлю в грунт, тоже его здесь в пакете перемешаю. Ну, сейчас ему там земли, конечно, не было, сейчас свежая земля, и он сейчас пойдет в рост хорошо. Ну, кстати, вот кашпо даже вообще хорошо ему. Мне очень нравится это растение. Тоже оно у меня цвело прям обильно. А сейчас вот начало наращивать побеги. Так, здесь, наверное, придется мне еще какую-то опору сделать, пока не окрепнет. Ну вот, что получилось. Сейчас я хочу пересадить клеродендрум угандийский. Это представитель из Восточной Африки. У него в побеге в природе достигают 2 метров. То есть он такой как бы. И он может перекидываться на соседние растения или на какие-либо предметы. И он представляет из себя изящную лиану. То есть его можно, если лес позволяет место, его можно не обстригать, и он как будет типа взбираться как лиана. Уход за угандийским клеродендрумом такой же, как и за клеродендрумом Томпсона. То есть полив по мере пересыхания субстракта и, допустим, светлые места будет очень. То же самое. Ну, сейчас я его перевалю. Я его вырастила, кстати, вообще с опроски. Вот просто. Укоренялся он у меня в водичке. Очень хорошо, кстати. Вот он у меня сейчас прирос к горшку вообще. Как я его оттуда... О-хо-хо. Корневая, конечно, у него вообще разрослась. Так, здесь дренаж остался. Дренаж я тоже высыплю в тот кашпо. Вот, посмотрите, видите? Какие корешочки хорошие у него. Вот такое кашпо я взяла ему. Чуть побольше. И также грунт у меня для роз. И я перемешаю с перлитом. Перлит нужно либо с водичкой, но здесь вот такой субстрат уже такой влажный. Я потихоньку его добавляю, чтобы пыль не летела, но дышать не рекомендуется ей. Вот ему хорошо здесь будет. Да, кстати, еще забыла сказать совсем. Они любят подкормку. Я их подкармливаю раз в 2 недели, ну, в летний период. Подкармливаю я все растения фертикой. Я уже об этом говорила. Мне нравится это удобрение. Фертика для цветущих растений. Ну, вот у меня вот этому клеродендруму, ему где-то, наверное, ну, год, скажем, точно есть. И горшочки, ну, это вообще рекомендую для всех растений, сразу большие не брать, а постепенно, постепенно, постепенно увеличивать, если, конечно, вы хотите вырастить большое растение. Да, нужно пересаживать постоянно чуть больше горшки. Ну вот, я его пересадила, моего красавца.
листва у него хорошая, посмотрите, вообще вся. Нету никаких желтых, прям ни кончиков нет. Ему прям вообще у меня хорошо, ему очень нравится. Я, конечно, очень рада, что они есть в моей оранжерее. В принципе, могу сказать, что эти растения неприхотливые. Вот я не замечала, то есть цветут. Вот с весны цветут, в принципе. И до поздней осени вот угандийский будет цвести. Но это тоже периодически. Он сейчас вот побеги нарастит, а потом также будет цвести. А с вредителями я не сталкивалась, как бы ничего, таких проблем никаких нет. То есть, вот он, угандийский у меня стоит рядом с плюмерией, которая постоянно кушает клещ. Но вот к нему он вообще, в общем-то, равнодушен. Видимо, из-за запаха. Боится. Увидимся в следующем видео.